В фойе Зимнего театра развернулась настоящая съемочная площадка советских кинофильмов. Главные гости торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя – Трус, Балбес, сама кавказская пленница, Иван Грозный со шпаком, всегда влюбленный герой свадьбы в Малиновке и еще масса учителей, директоров и завучей в роли известных киногероев. Тему учительского капустника определил «Год кино». Год кино же, поэтому мы отреагировали нормально, мы любим советские фильмы и мы любим отдыхать. Потом мы и директора, и учителя. Ниночка. Учителя – это веселый народ, поэтому мы таланты на все руки. Уже более 1 000 000 просмотров. На сцену те же герои вышли в свои обычные роли. Роли учителей, воспитателей и директоров сучинских школ и детских садов. Хотя сами виновники торжества эту роль считают призванием. Есть лучший педагог дополнительного образования, есть самый лучший директор в этом году. В общем, мы проводим конкурсы, я наверняка что-то забыла, самые классные, конечно же. Мы проводим конкурсы ежегодно. А сегодня мы просто веселимся, мы поздравляем всех. Наши педагоги – это универсалы, которые умеют делать все. Воспитывать, обучать самым сложным дисциплинам. Ну и, конечно же, веселиться. И сегодня это видно. Самых творческих учителей, которые учат детей не только знаниям, но и чести и достоинству, способности творчески мыслить, принимать самостоятельные решения, мэр Анатолий Пахомов наградил знаком отличия за безупречную службу городу Сочи. И отметил, что педагоги – это золотой фонд страны. А подарок к следующему Дню Учителя у градоначальника уже заготовлен. Мы, власти, просто обязаны поддерживать вас и путем повышения заработной платы, и путем создания благоприятных условий для жизни. И хочу сказать, что за последние 5 лет наши учителя получили 225 квартир. И это не подведение итогов, а задача на будущее. Я обещаю, что в 2017 году мы построим жилой комплекс в Лазаревке на улице Малышева. И 25 квартир тоже будет передано учителям Лазаревского района. И целеустремленных и благодарных вам учеников. И, конечно, добрых и понимающих родителей. С праздником вас, дорогие учителя! Праздничную часть концерта открыли ученик с учителем Даниил Плужников со своим педагогом по вокалу. Далее домашнее задание продемонстрировали сами директора сочинских школ. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.